Чрезвычайная ситуация в виде весеннего паводка привела к тому, что одна из центральных улиц Актобе потеряла привлекательный вид. Архивные кадры наглядно показывают, во что превратился забор на набережной, и сейчас, наконец, его обновили. Вместо старого забора установили новый протяженностью 1,5 километра. Да, восстановили. Лучше стало. Сегодня вот, да, сегодня вот прогулялись, лучше стало. Да, вообще, мне кажется, должны быть какие-то вот именно... Как это делают же, чтобы чтобы под землю сразу уходило, мне кажется, так должно быть. Конечно, приятно очень, потому что, ну, это же не дело, когда был когда-то забор, ну и сломали его. Ну, заменили, самое главное, что поставили новый. Это надо просто эти русла реки чистить, ну и приводить планету в порядок, как говорится. Тамаша, дружки. Отлично, да, правильно, что починили, вид приятный теперь. В порядок привели не только ограждение, но и брусчатку, арочные плиты и скамейки. Всем этим занималась подрядная компания «Кукжарресурс». С помощью поддержки городского бюджета была облагорожена набережная и покрашен новый забор. Новый забор, брусчатку, также где-то местами новую брусчатку положили, где-то старую переложили, ровно выложили. Также покрасили забор в 2 слоя и другую сторону. Арочные плиты... которые были разрушены, их поменяли полностью. Около 1490 штук их было. Напомню, что паводковые воды в этом году заполнили многие районы города, в том числе и центр. Из-за этого ЧП были перекрыты проезды, общественный транспорт ходил задержками, а водители стояли в пробках. Восстановительные работы по улице Маршрут Мамедовой начались 14 мая и уже завершены. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».